АвтоВАЗ сегодня объявил цену своей ультрабюджетной «Лады Приора». В ноябре прошлого года стало известно, что завод не прекратит выпуск этой модели, но сделает ее дешевле. И вот теперь он сообщил, новая «Приора» будет стоить 389 тысяч рублей. Сейчас цена обычной версии в районе 435 тысяч. В АвтоВАЗе поясняют, так они реагируют на изменения авторынка, а тот в прошлом году рухнул на 36%.